И всем привет, я с тобой Калантайка, если что, мы играем в Roblox игрушку под названием Save the Bees, или как-то так называется, в общем, спасибо пчелу. Из игры, из названия игры понятно, что нам нужно спасать пчел. Я думаю, смысл донес, пока что первоначальный смысл донес. Итак, что собой представляет игра? Игра представляет вот такое вот небольшое поле, типа медового, ну, цветочное поле. Пофигу, какого цвета тут цветочки, это вообще не важно. На этом поле мы собираем первоначальный свой мед. Ну, точнее, свою пыльцу. Вот у нас первым слотом вот эта вот пыльца собирается. От этого у нас зависит и рюкзак, опасть, и палка. В общем, много всего интересного от этого зависит. Вторым делом мы должны этот слот принести в наш вот этот подслот. Ну, то есть, в наш улей. Отнесли, точнее, нашу пыльцу отнесли в улей. У нас все переработалось в мед. После этого мы за этот мед можем вызвать специальную пчелу, которую я хотел еще позабирать. Ну, ладно. Мы можем вызвать специальную пчелу, которая у меня сейчас вот третьего левела, который я тоже прокачивал, особенно вот из вот этих вот. Смотри, тут есть магазин у нас бэкпака, магазин пчел, вот из этого вот магазина. Вот в этом магазине я купил вот эту пчелу. Если что, ну просто мало ли кто-то, откуда у тебя такая пчела, там пойдут вопросы. В общем, покупаем, выпускаем вот эту пчелу, и после этого мы должны на нее сесть. И когда мы садимся на нее, она в этот момент перерабатывает мед в нашу валюту. То есть она, видишь, из одного места выкакивает, грубо говоря, вот эту вот валюту. И мы должны, но... Подожди, что мы там должны, это пофигу. И мы должны после этого бежать и спасать пчел. То есть на этой пчеле лететь, спасать пчел по всему миру. Мир тут очень большой, тут самая последняя локация, я так думаю, это вот эта луна. Вон, прикинь, вот на эту луну тоже можно полететь. Это не просто декор. Итак, тут у нас вот такая бабушка нас встречает. Давайте ее посмотрим. Который рассказывает, что всего потерялось 17 пчел. И следующий пчел, но откроется за 2к лайков. Я думаю, тут все понятно. Есть канхули. Ну, то есть она нам все рассказывает, что нужно тут сделать. И просто спаси их. Все, goodbye, окей. Все понятно. И первая самая пчела, вот тут вот она находится. Мы как раз ее спасаем. Вот она у нас находится. Это пчела, прикольная пчелочка. Можно... О, там я смогу... Не успею, да? Ну, черт, подери. Забыл еще о самом главном. Ладно. Короче, наш смысл, вся цель игры, это спасти всех вот этих пчел. Когда пчел мы спасаем, они у нас появляются вот так вот, как видишь, у кого-то. У Гугу Васта. Я даже не знаю, как ник читается. Где я? Я себя потерял. Так, ладно, у нас есть путь домой. У меня у Калантайки спасено 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 пчел. В общем, вот так вот пчелки нафигачены. Вот, смотри, и у Мирза 0033. Вот смотри, сколько пчел вообще спасено. Тут смотри, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. А всего, сейчас напомню, у бабки можно посмотреть. Пойдем поглазеем. У бабки 17 пчел, а у нее 14, у нее еще 3 пчелы осталось. Доделать, и все, игра пройдена для него. Для нас еще игра, в принципе, пока что еще, блин, там вообще на стадии прям мега-мега развития. Надеюсь, я тебе объяснил, в чем смысл игры. Второй еще прикол в игре, это нужно немножко прокачаться. Прокачка как осуществляется, это, я думаю, уже изначально понятно было. Собираем пыльцу, перерабатываем в мед, мед тратим на деньги, и бегаем, ищем пчел. Но пчелы вот эти вот, их почему нужно искать-то? Они еще нам дают дополнительные капельки. Еще есть четвертая валюта, капельки. За капельки мы можем получать типа дронов. Ну, как не дронов, типа наших петов. А сами капельки, ты видел, вот я сейчас попытался подобрать, они спавнятся на этом поле раз в какое-то время, допустим, 3 минуты или 2 минуты, раз в 2 минуты по 3 штучки. Очень тяжело собирать, потому что, знаешь, это как игра вот называется «Успей сесть на стул». То есть все сидят, фармятся вот тут вот, периодически смотрят вот так по бокам, и вот как, например, я сейчас увидел вот эту капельку. И подобрал вот эту капельку. Хорошо, вторую капельку. Оставь, блин, а. Вот он мне не мог оставить. Не мог он мне оставить. Ладно, ну мы сейчас иванем. Вот она, капелька, все. Хе-хе, хе-хе. Я тут самый крутой, самый. Кто тут, говорится, отец? Ладно, как раз вот переходим к дронам. Я как раз первую самого дрона буду покупать. Итак, тут есть варианты. В первом дроне мы можем его купить за 150 капелек, и он можно, на нем можно, короче, получается, он только basic. А, нет, там бывает, что выпадает что-то другое, я так понимаю.
Basic Drone, ну вот Capacity 150 Honor, короче, все прикольно. Вот за 300, получается, вот эти капелек можно покупить вот с выбором, да, там Mystery какой-то дрон. И Rainbow Drone, это за 600 робоксов. Но Rainbow Drone, это, думаю, это донатский просто дрон и все. В принципе, нам это не важно. Нам зачем донатский дрон, мы вообще в игре пока не разбираемся. Я хочу купить вот этого вот красавца. Как его покупать-то? А как покупать? О, я купил. Хе-хе, мне выпал Basic дрон. Все, все тут просто. Итак, переходим теперь вот сюда. Наверное, инвентарь. Что это? А как его поставить? Во. Все, я сюда поставил, вот сюда получается дрона. И где он у меня? Я капельку нашел, капелька. Вон она, моя пчелка. Она сама автоматически, я так понимаю, будет... Ой, так, кыш. Спасибо. Вот она, дрончик, и он мой собирает. Это мой, да, наверное? Смотри, у него прям заполнение меда. И он сейчас пойдет, и мне будет... Вот в какой валюте собирать? Вот это мне сейчас интересно. То есть он мне будет в виде меда собирать, либо в виде монет. Ну, скорее всего, меда, я думаю, сразу. Зачем ему? Зачем ему? Вот сейчас ничего не будем собирать, вот прям вот такое количество. Дождемся. Пока у нас вот этот basic собер... Если вы думаете, что все зависло, нет, ничего не зависло. Просто это АФК, как бы вот эти вот персонажи. АФК вот наш дрон. И он сейчас нам соберет, я думаю, какое-то количество меда. Просто дополнительный такой бонусик. Вот, и сейчас как раз вместе с вами полетим кого-нибудь спасем. Я, правда, не знаю, куда лететь, потому что по ближайшим всем местам я везде полетал. Мог бы рассказать, где что находится. Давайте вон полетим на ферму. Вон какую-нибудь ферму или что-нибудь туда. Потому что на клубничку сюда я летал. Так, летит. Ну-ка, что прибавится? Опа, да, прибавился мед. Все, теперь я рассказываю, как вот происходит как раз фарм меда. Так, полетели. Так, куда мы там? А что такое прям рядом? Я какую-то штуку нашел рядом прям. Поближе. Сейчас я почему-то тут плю. Вон есть штучка интересная. Вот тут я был. Тут я был. Да, полетим вот сюда наверх. Не знаю, что это такое, но просто полетим. Посмотрим, что это такое. Поглазеем. Смотрите, локаций очень много. В каждой локации есть где-то скрытая пчела. Каким-нибудь образом сейчас найдем, посмотрим. Поглазеем, попробуем найти. Ох, ё-моё, тут что-то надо угадывать. По-любому. Что-то мультиплеер. Что это за... Не-не-не-не, да дай мне пчелу мою. Все. Престиж бустер. А, престиж бустер, ничего, непонятная штука какая-то для меня. Полетели дальше. Полетели, я думаю, то там мы были. Вон туда, на эту локацию. Я думаю, там где-то наверху будет пчела. А, самое прикольное из самых, точнее, скрытых локаций, ну, то есть скрытых пчел, это достаточно скрытая. Это вот на кристалле, там нужно на самый верх забраться. Чтобы его получить. Ничего сложного нету. Показывать, где находятся спрятанные пчелки, я думаю, смысла в этом пока что мало. Я просто вас знакомлю, так сказать, с игрой и вот целью игры. Ты понял, да, когда садишься на эту пчелу, она меняет, меняется звук игры. Мне это вообще понравилось, кстати. Можно звук, кстати, отключить. Кстати, звук. Кто-то там прыгает. Нет, он звук включим. Звук приятный. Даже если... Он, я не знаю, он по авторским правам бьет, не бьет, но он отключаемый, скорее всего, бьет. Поэтому, если что, в будущем я буду плакать. Да ладно, не шучу. Я просто буду, скорее всего... Так. Я прям вижу пчелу. Все. Видите, наша пчела тут устала. В плане того, что мы приблизились. И она говорит, я не хочу больше. Ой, там смотри, там какой-то это, даже не пчела, это какой-то клоун, давай. Так, use star код Гремулис. Давай код введем. Гремулис. Что такое за Гремулис? Я ни один код не вводил. Напиши коды, если ты знаешь. Гремунс. Инвалид. Я неправильно, может, ввел? А, Гремлис. Гремлис, все, понял. Не, видите, закрылось, я такой думал, Гремлис. А, Гремлис. Гремлис, правильно? Да. А, Линз. Ё-моё, сейчас вот на коде застрять, да? Сорян, ребят, я вот как-то... Правильно? Да издевается. Ладно, не знаю. Он, короче, код попросил меня юзнуть. Не хочу. Не хочу. Пойдем смотреть, пойдем искать.
Где тут скрытая пчела? Где у нас она тут спрятана? Сейчас будем ее искать. Гремнис. Стой. Так, ладно. Все, я и нашел. Вот она. Видишь, она тут спрятана, не так далеко была. И теперь, видишь, у нее написано save me. И она такая, опа, и тебе дают вот эти вот капельки. Один раз, если что, один раз. Вот мне бейдж даже открыли. Один раз всего лишь дает, поэтому я думаю, вот в этом тебе понятный смысл. И поэтому эти капельки очень ценны. Вот мне спали сколько дали штучек? 20 штучек с одной пчелки. Все, на этой локации делать нам больше нечего. То есть весь смысл этой игры только бегать по локациям и находить вот этих пчел. То есть ты как бы занимаешься поиском. Ну, кому-то нравится еще получать за каждой пчелу бейджик. Это очень круто. На самом деле, те люди, которые любят собирать в Роблоксе бейджики, я думаю, им понравится игра. Еще одна есть штучка тут, я думаю, не показал вам, да? Там вообще бесполезно. Там вот эта бабка. Там как раз дрона, который я показал. И еще один есть магазинчик. Я сейчас его продемонстрирую, наверное. Сейчас перепрыгну. Вот. Он, короче, у нас получается за вот эти капельки. И тут можно на 30 минут купить бафы. Не знаю, нужно кому, не нужно. Мне кажется, это не нужно. Это ненужная вещь и не очень интересная. И еще одну штуку хотел показать. Это фишка с Shift-Locker. В общем, кто не знал, есть такая фигня Shift-Locker. Вы знаете, в BSS я часто хожу вот так вот. То есть вот так вот хожу. Но в этой игре, когда вот так вот ты ходишь, у тебя все удобно, все классно, но ты не можешь бегать. Вот, то есть на Shift нажимаешь, а у тебя Shift-Lock срабатывает. Ты можешь отключить Shift-Lock и бегать очень быстро. Ну, то есть, бегать. То есть, не ходить, как сейчас, а вот бегать. В общем, это такая фишечка, немножко подсказка для тех, кто только будет играть. А, еще вот. VIP X2 полин. Ну, у меня нет VIP-а. Она не собирает, да? А, прикольно. То есть, для VIP-а ты, получается, вот эту штуку. Давайте посмотрим по донату игра. Вообще, какой-то отвратительный донат. Вот эта вот картинка. Тут что у нас? VIP 445 робоксов. Не так много. Да, дабл вот этот... рюкзак 795, конечно, читерство, но player speed X2, фигня ненужная, экстра дрон слот, второй слот, ну, я, или третий, наверное, третий слот, тоже, наверное, не нужен. Не вижу какой-то прикол, тут есть прикол, то есть, долететь, блин, что-то не подобрал-то. Весь прикол долететь, наверное, до самого верху. Ну, то есть, не до самого верха, собрать самую последнюю пчелку. Самая последняя, я думаю, на Луне. Где она? Вон она, Луна. До нее я точно не доберусь. Давайте напоследок я попробую туда долететь, но у меня 700 всего лишь. И у меня 1800. Сколько новая пчела стоит? Ну-ка. Напоследок сейчас посмотрим, что мы можем сделать. Что мы можем сделать с этой штукой? У нас пчела за 1000. 4000 стоит. Нет, сможем мы ничего сделать. Где я? Где мой аккаунт? Вот он. Попробуем так, до Луны, но мы точно не доберемся, это я 100% говорю, но я просто хотя бы на каком этапе, как далеко я туда доберусь. Короче, пчел, зачем покупать пчел? Пчелы дают нам больше скорости, меньше тратят мед за, получается, количество. Ну, я так думаю, я на самом деле не особо уверен, но мне так кажется. Потому что на вулкан летали ребята, а вот на Луну, никто не летал. Ладно, не знаю, как на Луне я сейчас буду, но мне кажется... Он скажет, не хочу, не долетит. Ну, там очень далеко, смотри. Но я видел, кто-то летал. Сейчас последнее, вот сейчас у нас 500 осталось, но это очень мало. Тут 1000 нужно, чтобы до кристалла долететь. Может, до этого? До вулкана, пофигу на Луну. Ну, на вулкане там что-то надо делать, наверное. Не очень-то хочется, ладно, посмотрим. Все-таки, да, давайте финал-то, в общем, вот так вот будет. Да, кстати, расскажи обязательно, сколько ты пчел поймал. В этой игре вообще игра тебе понравилась, не понравилась. Играл ли ты вообще в нее? Обязательно об этом напиши в комментариях. У нас уже 2000, мы можем потом палочку в конце купить. Ну, то есть за финаль палочкой. Палочку, на палочку нам хватает, она стоит как раз 2000. Ну или рюкзак, ну рюкзак зачем? Там бы это. Ну как это, летим хорошо. Почти на Луне, смотри. Офигеть, офигеть, ты видал, какое расстояние пролетели? Всего лишь 600 было. То есть мы можем прям... Смотри, офигеть. Смотри, сколько локаций просто. Обубить. Смотри, там что-то там прикольно, такой пузырик какой-то. Все. Игра, в принципе, мне понравилась. Да, еще один такой вариант. Кто-то сегодня спрашивал, получит ли игра бан.
от Анетта. Ребят, Анетт вообще потерялся, его нигде нету, и я не знаю, будет ли вообще у нас, не то что бан, не будет ли у нас когда-нибудь обнова. Ну и плюс еще в игре не так много людей играть, чтобы тут бан получать от этой, от чего-то. Я думаю, сомневаюсь, что что-то тут будет. Ну то есть, мое мнение, нет, не будет бана, но на самом деле фиг его знает. Я тогда тоже так же говорил про Beekeepers, поэтому такая вот фигня. Ладно, давайте покупаем палочку. Медовая палочка. Да, да, медовая палочка. Смотри, какая классная. О-о-о. Смотри, по 6 собирает. И быстро как. То есть я прям там в секундочку такой чу-чу-чу-чу-чу-чу. Как много собираю. Можно на, даже на автокликер ставить. Единственное по количеству меда. Мы не можем. Ладно, в принципе, все. С тобой был Калантайка. Подписывайся на канал, ставь лайки, пиши комментарии. Надеюсь, ты понял, что это за игра. Надеюсь, тебе она тоже понравится. Если что, ссылочка на игру в описании. Ну и всем, ребят, пока-пока.